Эй, всем привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Alex86 Play, продолжаем Киберпанк 2077, едем на встречу с Панам. Собственно, вот здесь мы сохранились, собственно, здесь мы и появились. Все, погнали. Чё это? Так, это ничего. Что такое? Ну все, пипец, глюки. Что-то вообще Киберпанк с каждым разом все хуже и хуже играет. Ну да поезжай, слышь. Давай, еще чуть-чуть осталось. Вот финишная прямая. Давай. Так, ладно. Байк сломался. Так, это кто? Панама. Палмер. Ага. Ну-ка, что делаешь там? У-ля-ля. Вточили, ковыряется. Бля, опять такое место, слушай. Так, что-то было, что было? Показалось. Так, бухашку берешь. Пивас у них тут как. Что все мигает? Или это у меня глюки? Ладно. Ладно, не моросим, погнали. Здорово. Эй, привет, панам. Здорово, панамка. Ты Ви? Ага. Где моя тачка? Поможешь мне, узнаешь. Зачем она тебе? Что не так с этой? То, что она чужая. Я спросила, где моя тачка. Ну, я так туплю, тупые вопросы. Узнаешь, если согласишься мне помочь. А, ну охренеть! Угу. Ты условия, что ли, мне будешь ставить? Говори, где машина? Ты чего завелась-то? Охуеть, вообще, с тобой всегда так сложно? Только когда меня пытаются накормить говном с лопатой. Говори, где машина? Чё, и что дальше? Ну скажу я тебе, а ты типа пойдешь и совсем разберешься? Тебя это волновать не должно, ясно? Ты типа доки? Эй, тише, успокойся. Ты мне не указывай. Хорошо. Ты еще такая стеричка. Смотри, я знаю, где груз и твоя машина. Помоясница. В одиночку ты их не вернешь. Угу. Все это слишком рискованно. Так что давай договоримся. Чего ты хочешь? Да я не знаю пока, что я хочу. Добраться до одного типа. Нужна помощь с конвоем. Ну давай надо прямо. Надо сбить транспорт Кантао. Будет непросто. Хочу знать, потянешь ли ты. Что за хуйню ты несешь? Насчет тебя или насчет дела? Ави Кантао будет пролетать над равниной Джексона. Это вроде как хорошо. Ха, да не то чтобы. На борту будет один тип. Он-то мне и нужен. Да зависло. А потом я тебе скажу, где товар, и помогу его вернуть. Ну, как тебе план? Как тебе такое? Ну, не знаю, я... Чёрт! Чё, сейчас кто-то прибежит, да? Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? Машина в Рокки Ридже. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Кто это? Нэш, твой Чумба? Это он тебя подставил? Ты его так не называй. Хорошо. Напарник. Бывший напарник. Херовая история. Этот сучок меня кинул. Зажал мою машину и товар. Теперь собирается загнать все сам в Рокки Ридже. Тортом. Хе, прикольно. Но его ждет горькое, блядь, разочарование. Ну, поехали в Рокки Ридж. Погодь. Мне сначала надо подумать. Черт. Ну, думай быстрее. Да. Нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Угу. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринует этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной у бестий? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в Рокки Ридже. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречу не отменяй. Просто не приезжайте, я разберу. Паркур.
Ты еще спрашиваешь? Само собой. Так, а здесь есть какие-нибудь контейнеры открыть? Ты не пожалеешь. Спасибо, босс. Все. Да, босс. Мне дали время. Хорошо, я тут попаркурил. Сорямба. Какое время? Кто такой босс? Такой этот босс? Надеюсь, с ним не будет проблем? Босс, честный мужик. Вот дурацкие вопросы. Берешь заказы у банд? А что, нельзя? Бандам нужны курьеры, а мне нужны деньги. Как всем. Ну, логично. Ты дала ему слово, и он тебе поверил? Да, прикинь. Есть такая штука, репутация. Угу. Заведи себе, рекомендую. Да у меня-то есть репутация. Ну, гора куда трупов теперь? И все. В лагерь Аль-де-Кальда. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Да? Ты не то чтобы этому рада. Не твое дело. У меня остались там друзья. Ах, иди же, пассатижи. Да ладно, ладно, поехали. Поехали. Садись. То будем 2 часа тупые вопросы задавать. Похож на додж спереди, а сзади-то на какую-то эту. Чё, погнали? Окошко закрыло. Клёвая тачка. Просторная, практичная. Заткнись, пожалуйста. Чё такая грубая-то? Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежитель и детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не про тачку. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сама-то? На кой черт тебе сдался этот хер из Ави? У него инфа, которая мне нужна. А у меня не так много времени, чтобы ее достать. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэша? Бестия? Вообще без понятия, о чем она думала. Какая же она мерзкая баба. Да хер с ней с бестией. Знаешь что? Хер с ней с бестией. Чего ты на ней зациклилась? Очень деньги нужны. Она тебя разводит. В городе и без нее полно фиксеров. Но ты-то пришла, потому что она тебя прислала. Но я-то на ней не зациклилась. Ты ее плохо знаешь, серьезно. Она не сказала, что это она свела меня с Нэшем. И почему-то совершенно забыла упомянуть, что он из стилетов. Нэш стилет? Ага, он из духов. Это самая крупная банда стилетов в округе. Знаешь же про них? Это кочевники, которых выгнали из кланов? Обычно да. Кочевники не выгоняют своих ни за что. Выгоняют убийц, насильников, извращенцев. Они собираются в группы, иногда в банды. За голову большинства из них назначена награда. Круто. Эта сука поставила меня с таким дерьмом работать. Может, у нее были причины? Да ладно. Да эта сука рта не раскроет, пока не просчитает, что ей выгоднее сказать, а что скрыть. Красотища. Какие-то антенны с лазерным наведением. Мельница. Ну, прикольно, кстати, просторно здесь, если вот чисто покататься, пошариться. Я думал, городок-то на самом деле маленький, оказывается, ни хера. Нормально так, в принципе. Нормалюсик. Че, все, будем молчать? Чё так? Хоть музычку включила бы, что ли? Не, ну сидит, конечно, она это вообще. Какие-то баги, смотри, опа, опа. У нее машина проваливается. Почти приехали. Подберем моих друзей и поедем в Рокки-Ридж. У тебя машина дрявая. Если что, у тебя машина дрявая. Ну, короче, города, что-то, я не знаю, я запустил, она начала это опять. Какие-то флешбеки, какие-то вспышки, чего-то вообще. О, что это сейчас было? Здорово, пацаны! Чё как? Короче, вот это кочевники, да, я понял? Ну, неплохо у вас тут. Чё, прям ох тут? Ты, кого пыльная буря принесла? Это здорово. Мираж или у меня белочка начинается? Да идите нахер. Бестия Альварес. Ну-ну. Зацепка. А это кто?
нянька моя. Это ты, кто? Это Скорпион и Мич, мои старые друзья. Здорово, Скорпион и Мич. Привет. Здорово. Здорово. Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучновато. Ты вообще представляешь, как старик психанет, когда тебя тут увидит? Я буквально на минуту. Солу говорить такое? Не обязательно. Нам нужна помощь. Какая помощь? С чем? Стилеты наебали по нам. Мы хотим объяснить им, что так делать нехорошо. Все настолько плохо? Иначе я не стала бы слушать ваши тупые подъебки. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут, пока не вернем в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Да. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блять, ну пиздец. Так. Тебе спокойно. Сидеть тут, потому что Сол приказал. А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола, это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем, это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Короче... Я сгребу снарягу и больше вас доставать не буду. Фишка в том, что им можно было помочь, но я не успел нажать. Меня тут отвлекают еще звонки, хуйки. Сейчас, погодите, пару сек, я отойду. Пару сек отойду и мы, наверное, перезапустим. Сейчас все. Так, я вернулся, перезагрузил. Ох ты, кого пыльная буря. Перезагрузил, пересохранил. Это мираж или у меня белочка начинается? У тебя белочка. Да идите нахер. Ну-ну. Давай быстрее, 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 а быстрее. Это кто? Это Чумба. Да, я не нянька, ты я тебе. Ты — это Скорпион и Мич. Мои старые Здорово. Друзья. Здорово, пацаны. Привет. Здорово. Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучновато. Городская штучка. Ты вообще представляешь, как старик психанет, когда тебя тут увидит? Я буквально на минуту. Солу говорить не обязательно. Нам нужна помощь. Какая помощь? Раз развернулась. С чем? Стилеты наебали по нам. Мы хотим объяснить им, что так делать нехорошо. Все настолько плохо? Иначе я не стала бы слушать ваши тупые подъебки. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут, пока не вернем в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Нам очень нужна помощь. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блять, ну пиздец. Ну они типа все равно откажутся, да? Я думаю, что они не откажутся. Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола, это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем, это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас сгребу снарягу и больше вас доставать не буду. Угу. Тебе понятно. Я, если что, тоже сейчас снарягу у вас возьму. Бля, крутые тачки. Ни хрена какая крутенькая. Да погоди ты. Хорошо. Слушай, мне страшно нужен Заатар. Так, а что у вас тут есть, пацаны? Нет. Есть кумир. Здорово, пиздюк. Все тупо. Да не говори. Так, я где-то что-то видел. У тебя осталась только я. Не понял, горело же. Ты расстроена? Ноги в руки и вперед. Да тихо ты, я ж тут у вас это... Пошарится-то. Пошли, пошли, ладно, не курчи. Здорово, чё, как? Кто на гитаре играет? Привет, панам. Ты к нам надолго? Я. Не, на 5 минут. Поболтаем в следующий раз. Хм, прикольный лагерь. О! Привет, панам. Да за этого. Ты кто? Ты привела новенькую? Сол уже знает. Ага, не твое дело.
О. C-A-I. C-A-I. Странно, интересно говорит как-то. Короче, у них тут оружейник свой. Я думаю, можно украсть. Опа. Опа, это твоя палатка. Чей ноутбук? Подключиться. Ну-ка, давайте быстренько прочтем сообщение. Пока мы здесь. Анекдот. Не-не-не, погоди, анекдот читаю. Какой-то такой себе анекдот. Внимание, обнаружено вредоносное программное обеспечение. Ваш компьютер был... Ага, атакован демонами. Так, ладно. Чукао. Так, у тебя тут что-то есть, да? Это я возьму, спасибо. Так, это мне чуть-чуть, да? Дай-ка, ну, или в смысле, это то же самое? Что, зачем здесь палец? Во. Раз. Раз, читаем. Я не верю своим глазам. Там. На самом деле неудобно вот это вот пара мелочей, которые могут управление пригодить. Говорить. Бери. Отлично, это все. Поехали. Типа колесиком и F. Почему, блин, нельзя мышкой нажать, да, на сообщение вообще? Вы с Солом помирились? Да не. Ты возвращаешься? Вы все, если что, эти трусы. И чмошники. Да брысь, муха навозная. Панам, заглянешь к нам, дорогая? В другой раз, Элли, честное слово. Так, чё, пацаны, кто играет? Давай уже поработаем. Надо вздремнуть. Совсем так, погоди, гранату где-то видел. Боеприпасы, чё, блядь? А кто играет-то? Я думал, на гитаре. Ладно, пошли. Как ты потерять-то ухитрился? А? Ну ты даешь. Да ладно, не мечись. Говорю же, вычисли. Да. Не ну, пасть, мне пора. Да-да, вали уже давай. Звони, если что. Присматривай за ней, Ви. Постараюсь, но не обещаю. Какие-то мусорные мешки, пакеты. Нифига там тебя ружбайка. Снайперка, что ли? Ну жопа реально, блин, помесь какая-то. Доджес. Можем ехать, залезай. Я не знаю, есть он такой или нету. Но, возможно, он такой есть. Но не хочу я говорить. Похоже, ты не признаешь авторитетов. Чего? Сначала бестия, теперь Сол. Он же ваш главарь? Их главарь. Ты вроде как хотела свинтить поскорее. Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался. Что случилось? Мы переехали в Калифорнию только потому, что он обещал нашему клану перемены. Говорил, что мы начнем с чистого листа. Сама видела, чем все кончилось. Пары палаток на куче песка. Ну пиздец, земля обетованная. Я хотела чего-то другого, получше. Сол просто трус. Он скоро похоронит этот клан. Я уверена. На Mad Max походит реально. Вот все такая же обстановка, сори. Ну смотри, колесико можно же вниз, вверх, а на левую кнопку мыши никак. Скорпионы меч хорошие, чуваки. О таких друзьях можно только мечтать. Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере. На Солы и генераторы можно забить, но клан превыше всего. Только я теперь сама по себе. Они все еще считают тебя своей. Вон как заботятся. Угу. А у тебя как? Есть близкие? Автомат. Пока нет, увидим. Не, пока что нет. Но, может, скоро будет. Окей. Эти парни были в армии? Скорпион и меч? Да. Панцербои. Были контрактниками на последней войне. Панцербои? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал. Меч был в охране. Им обеспечили самые крутые боевые импланты и кошмары до конца жизни. Мне говорили, что Рокки Ридж — это пыльная дыра посреди ёбаного ничего. Жители или переехали в Найт-Сити, или просто куда-то свалили. Вот ты уже почти все знаешь. Местные ждали, что туда протянут автостраду. Ну, тогда там хоть как-то можно было бы жить. Но не срослось. И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то? Тысячи. Ехала я как-то по И-80. Остановилась после заката, когда машин уже не было.
И тут услышала. Что? Как воет ветер в заколоченных окнах. Как по песку шуршит перекати поле. Мороженое. Так умирают города. Потихоньку. И кофе. Не с громом, а со всхлипом. Опять тишина. Молчание. А, ее типа можно пропустить, да? Пропустить поездку. А нам долго ехать? Все. Мы приехали. Хорошо. Что делаем? Мочимся? Готовимся к встрече со стилетами. Времени в обрез, будем импровизировать. Сперва все осмотрим. Может, найдется что-то полезное. Окей, типа мы разделяемся или мы типа не разделяемся? Так, спасибо. Пита там. Так, а чё? Здравствуйте. Какие-то серваки. Доступные скрины. Так, ты где? Ну и чё? Так, а просканировать устройство поблизости. В смысле, блять, какое устройство? Чё это, блять, за точки? Рокки Ридж мертвее и мертв. Все поломано, ничего не работает. Ну что, нашла что-нибудь? Не. Тут ничего не работает, все отключено. Мы это исправим. Стилеты подъедут только после заката, и тут их будет ждать сюрприз. Надо только подключить питание. Окей. Проверим вон ту подстанцию. Окей. Ну окей, окей, окей. Так охота все сразу прошмонать теперь. С этой игрой. Вот так нихера ничего не шмонается. Дверцу можно? Почему, блин, закрыто? Я же силу прокачал. А ты типа идешь? Или типа ты не идешь? Или ты типа уже здесь? В смысле, это как это? Это куда это? Включается. Сейчас так осмотрюсь быстренько. Опа. Опа. Вот это место я искал. Ну, наверное, нет, я искал где что-нибудь там поживиться. Гранатки. Не, я думал это. Я думал, это самое, как сказать-то. О, вот да, вот это примерно. Чё это? Это для увеличения, это, точнее, для крафта оружки. Ну, блин, я думал, что какие-нибудь шмоточки, фиготочки новые. Нету, да? Ладно. Полезный перк, сила. Техника, походу, тоже как бы. Так, чё? Я нашла выключатели, но питания тут нет! Ты чё, орёшь-то? Неважно, спускайся! Я знаю, как удивить этих мразей. А ты где? Я беду. Смотри, перекресток подключен к этой подстанции. Правильно? Так, и чё? На крыше распределитель. Если включим свет, тут станет светло как днем. Понимаешь, к чему я? И чего мы их ослепим? Диверсия мне нравится. Да что с тобой? Окей. Найди питание, а я поищу точки доступа. Ага, мало ли сколько их подъедет. Может, целая бригада? Надо их как-то обхитрить, чтобы потом добраться до моей машины. Не парься, я все придумала. Поиграем с ними на перекрестке. Вот это я понимаю. Пусть помучаются, поищут, кто это приехал такой изобретательный. Только сперва надо запустить терминал внизу.
Без него от распределителя никакого толку. Пошли подключим его к аккумулятору от машины. Живо заработает. Подождешь меня у подстанции, хорошо? Я сейчас пригоню машину. Так она вроде... А, я думал, здесь. Давай, подгоняй. Это реально начался стиль. Стиль звезд этих безумного Макса. Все такое же. А? Та-ра-ри-ра. Подрубаша. Ну и чё? Обсудить план. С панелью вроде все норм. Если в обход подрубить к источнику питания, должно сработать. Останется только все раскочегарить. Возьми кабель из багажника. Попробуем завести от аккумулятора. Снайпер куда дай? Не дает. Красный подключен. Погоди, надо тут наверху все подрубить. Хера там аккумулятор. Готово. Теперь минус. Какой-то модный. Прощай, старушка. Ты нам хорошо послужила. Все, ток есть. Включи питание внутри, там должен быть терминал. А потом бегом на крышу. Без проблем. Я пойду на башню. Оттуда перекресток видно, как на ладони. Как только я подам сигнал, включишь электричество. Ясно? Так точно. Угу. Распределитель подключен. Супер. На перекрестке будет весело. Пойдем на позицию. Position number one. Тебе говорю. Ты. Теперь я здесь. А теперь ждем. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Окей. Окей. Прикрывай меня на всякий случай. Конечно. А ты где, блядь? Куда девалась-то? Едут. На моем тортике. Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться. Попробуем сделать все по-тихому. Если что, я начну их отстреливать. Идет? Идет. На моем тортике. А, они же зависают, когда я сканирую, точно. Так, ну-ка, скан. Ты кто? Дух. Дух дьявола. А за сканирование вообще тоже что-нибудь дает какую-нибудь прокачку? Эй, ждите их здесь. Готовься. Раз, два, три. Шоу начинается. Да будет свет. Зацепи чипа, да, я это прикрою. Тебе придется всех убрать. Никакой пощады! Опять поджигают твари, да? По мне попал. А бляха, прицел, конечно. Все, тир можно закрывать. Сматываемся.
Но опять же, потихой... Не хотел. Я на такое не подписывался! Жевал оружку мне, падла. Я на такое не подписывался. Да я понял, что ты не подписывался. Бля, как бы взять? А можно у нее сесть? Нельзя, да? Ну, конечно, гранатку кинуть. Хер. Взрыв такой квадратный. Так, а что у вас тут? А пошмонать можно? А пошмонькать? Да. Так, это что? Так, читайте. Читайте хорошо. Так, что взял еще. Еще что-то взял не зря. Зашел. Вот, одежка пошла, какой-то шарфик. Так, ну вроде бы все, да? Все, точно? Эту дверь нельзя взломать? Так, мусор. Типа красный горит, да? Взломать ничего нельзя. Вот стоит терминал. Но он, сука, не рабочий. Херачи мне. Дверь... О, бля, нет. В смысле? Я же R нажал. Ты чё? Нормально, они дверь закрыли. Карт-колод. Пиво дай. По жраку. Хм, прикольно. Все, да? Чуть не выстрелил, короче. Так а в смысле, зачем закрыто-то? Че? Че это было сейчас? А как вылезти теперь? Так, все, ладно. Короче, этот пиздюк. Зажевался. О! Ништяк. Дух! Подожди в машине. Чё за звуки? Чё происходит? Хо! Прошел. Прикольная халупа. Так, шмонаем, шмонаем. Так, о. Так, аккуратно это все забираю. Это все забираю. Дверь закрыта. Бухашка, алкашка. Так, это тоже забрал. Мачете забрал. Тихо будьте. Ой, блядь, испугался. Думал, трупак висит. Блядь, здесь проход был, серьезно? Так, аптечка, хорошо. Говорю, шмон, вообще... Да в смысле? Это оно сейчас открылось или она была открыта? Я что-то не понял, малость. Игровые автоматы. Это как это? Хера себе подстава. А есть что-нибудь там взломать? Погоди. Где-то горит что-то. Вот смотри, идешь. Ха, прикольная дырка.
Ой, блядь. Патронами тут затарились. Так, как много чего всего написано. Где всякие ништяки? Ништяки стырим. Эту нечаянно нажал на эту. Ну, короче, барик такой, да? Какой-то чего-то взял. Все? Все взял? Надо, не знаю, что не заметил. Так, я как вошел-то? Алло! Почему ты не берешь, скотина? Не берется какая-то херня. Так, ладно, все сваливаю. Бля, не могу идти. Да выйди, пожалуйста. О, кстати, продать. А не работает. Так, R, смотри. Мусор. Продать весь мусор. Раз. Так. На сколько? А, на 1000. Так, окей. Это какие-то механизмы. Ну, в принципе-то все. Ой, как много всякого. Это что такое? Как много всякого барахла. Но здесь дверь закрыта. Ладно, все, поехали. Шариться можно долго, блин. В натуре времени вообще в обрез. Погнали, Чика. Ты садишься? Я поведу. Ладно, ладно. Отдаю руль профи. Ты медленно едешь, если что. Наконец-то. Так а груз-то где? Чё, едем? Чё, приехали? Ну, скажи, крутой малыш. Просто мечта. Понятно, почему ты хотела его вернуть. Он меня дополняет. Видишь, справились и без мечей, и без скорпиона. Не радуйся, еще не конец. Нет. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Рокки Ридже. Этот мудак не приехал. Панам. Слушай, у меня есть план. Нет. Мы собирались найти машину и товар. Мы их нашли. Шестая улица ждет сигнала. Твою мать! Послушай меня! Я знаю, где у них нора. Чуть дальше по старой недостроенной автостраде. Они нас не ждут. Я прямо уверена. Мы не договаривались. В принципе, можно полутать. Давай, похеру, погнали, чё. Их, ладно. Где там у них логово? Буквально за поворотом. Жми. Спасибо. Да не что. Понимаешь, Нэш. Ты куда? Понимаю, Нэш. Я ему верила. Он первый, с кем я начала работать после Альдекальда. После переезда в Найт-Сити. 53 мили, да, 10 мили, короче. Я доверяла этому уроду. Я тебя понимаю. Правда. Меня саму тоже однажды так предали. Ты им отомстила? Не успела. Кое-кто другой оказался быстрее. А если бы успела, ты бы отомстила? Конечно. Без вариантов. Скоро все кончится. Так, ну уже два поворота проехали, ты чё? А чё вот это такое? Какой-то фонарик. Чё за пик? И смотри, какие-то эти зернистость. Ой, а это... На мониторе тут что-то вообще вперед? Темно. У вас-то как бы... Пизда ему. Логично. Я нихера не вижу, если честно. А в ОБС-ке так и то, блин.
Вообще темнота. Так, что это за пещера-то? Алло. Куда ты едешь-то? Нора. Серьезно, нора. Вот тут хоть ускорилось. Она моя! Блин, сними поближе. Что, сука? Ты что, думал, я тебя прощу? Вау, кто? Да бляха, как жестко-то, а? Раз, раз и два. Бля, игра реально стала тормозить, что-то вообще мозг мне выносит сегодня. Опять. Я вижу, как она лагает. Да ты серьезно, все заново-то? Ну что это такое? Не понял. Ё-моё, я в чьем-то мозгу. Жесть. А я не понял, я... Что, сука? Ты что, думал, я тебя прощу? Бля, прицел вообще неудобно нисколько. Бля, нас так перебьют! У них подкрепление! Ебало, блядь, твою сторону! А, жгут, жгут, жгут! Ой, блядь, снайпер-то ни хрена себе. Не знаю почему, но прицел реально неудобный. Бля, погоди, а можно прицел поменять? Чё-то серьезно, не могу. Капец какой-то. Ой, бля. Капец просто. Есть какой-нибудь другой прицел? Он вроде бы ничего, но он... это самое. 50, 39... вот, 50. Ага. Он меня как-то то ли слепит. Да иди же, писатель. Так, ну-ка, какие еще есть варианты? Это тоже такой себе. Что, блядь, с прицелами? Есть нормальный-то? Так, красный вот этот, чё? 39, 31, 29. Это какой? 54, 52. Есть вообще нормальный прицел? Ну, вот это да, более-менее. Смотри-ка, чем стреляешь, падла. О, вот это другое дело. Thank you.
аккуратнее. Кто там гасится, крыса? Один наверху крыса и второй. От нас так просто не отделаешься! Хераще кейс спрятали. Да заколебал ты бегать там, слышь? Вылазь, падла. Ой, ёбак. Снайпер вылез. Да как я не попал-то? А чё крыситься-то долго будем? Яблочко! Паразит, а? Заебись, да. Снайпер, снайперку отдай. Я не хочу. Позиция опустела, займите. То есть видно, кочерышка он торчит. Очень круто, Ви! Бля, это все надо тоже осматривать же. Опять лута сколько. Так, а мы куда идем? Босса убивать, это я понял. Паскуда! Так, не пугай меня. Жесткая мочилова. Репутация прямо растет. Так, ну все, типа, надо все шмонать. Побазарим-то мы с тобой потом. Привет, бестия. Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы, правильно? Нэш мертв. Одна проблема решена. Ты довольна? Угу. А что с товаром? Нэш его уже не доставит. Но если вежливо попросишь, я, наверное, смогу помочь. Помочь? Не заплатили вперед, дорогая. Но спасибо за предложение. Я уж думала, не забыла ли ты о делах, пока играла в Вендетту. Сука. Так, ты погоди. Тут, короче, много всего для шмона. Вот эта штука опять не берется почему-то. Так, там, блядь, наверху. Тут, блядь, наверху. Вот как бы неохота все это снимать. Типа и трепащие без понтов. Что за звук? Что за звук? Так, снайпер. Ботинки. Где снайперка-то? Я взял, да, я уже взял. Ну-ка, говори быстро. Быстро говори. Бляха, ладно, давайте сейчас это побазарим с ней. Что-то там... А, вот она. Или, блядь, нет, может выкинуть. А, ну это опять идти. Ушлепки. Это опять эти ушлепки. Тогда, блин, наверное, надо все обшмонать. На, вот этот гасился. Гасек. Гасище гасенное. Все тогда собираем, потом уже базарим. Потому что реально может выкинуть нас.
Когда выкинет, это ты... Др... Вот лута-то, ёшкин матрёшки. Что ты не уделяешься? Насобираешь, потом смотришь. Так, окей. Патроны. Чё ещё где горит? Ёпсель-дропсель, ты так не делай. Странно, я вроде открыл его. Постараюсь повнимательней, но... Не обещаю. Так, здесь обшманал, здесь обшманал. Что у них тут еще-то есть? Вот это что горит? Так, тут тупик. Тут подъем, тут тупик. Чё какого? Чё происходит? Чё како? Чё како? Так, ну они приехали оттуда, получается. А, погоди. Ну там что-то взломать. Туда давай сгоняем. Опять лут. Как же тут у вас много лута. Аптечки хорошо. Так, это быстренько посмотрели, это открыли. Ага. Тут какой-то свет. Что это? Я так понимаю, это, по идее, должно сканироваться. Ну что это, блядь? Я не понимаю, почему оно не работает. Блядь, свет не вырубается. Ага. Вообще пропуститься все можно. Так, где эта взломолка-то была? Алло. Хера себе там пулемет. Так, вот она. Так, применить, подключиться. Так, значит, смотри. Е9-1С-55. Е9-1С. Так. Не понимаю, на ту я до сих пор не понимаю. Е9-1С-55 либо БД. Так, БД. Не, все, не успеваю. Тут только 1С. Ладно, похеру. Отключение данных прошло успешно. Так, что у них тут еще? А у них ничего, сообщений нет. Все понятно. Че? Это я? Все? Вроде бы все, полутал. Здесь же прохода нет, здесь только выход. Но, в принципе, и все. Долго, на самом деле, долго лутается все это, точнее, собирать. Так, я заблудился уже. Мы-то откуда? А, вон ты там. Так, а здесь что? Так, давайте сохранимся сразу тогда. Сохранение раз. Быстрое сохранение не работает почему-то, я не знаю. Типа, пляха, серьезно? Это ж кобздец. Это ж кобздец, как туда далеко идти. Куда я выйду? Бляха. Но мы типа с одной стороны заехали, а это какой-то другой вход. О, звук пропал, как я бегу. Че, серьезно, просто выезд и все? Да вы гоните. Заказ летучие вещества. Чего? Так, ну типа больше ничего нет. Зря пробежался. Досадно.
Вроде бы все обсмотрел. Кстати, там был проход, если что. Где вот здесь я смотрел сквозь решетку-то? Как туда попасть? Где-то, короче, был там. Пещерка-то неоднозначно, значит, надо здесь пошариться. Ну, вот тут здесь. А здесь типа тупик, да, по карте? Хотя непонятно. Типа, если баг... Ёпсель-дропсель, я в баг провалился. И чё? Как мне теперь обратно? Ну вот я так и знал. Ага. Нихера, сработало. Ладно, все, иду к тебе. Иду к тебе, чувиха, и будем заканчивать. Бля, время вообще махом летит, серьезно. Что такое? Опасная зона. А та типа не опасна была. Где-то, бляха, это? Данные. Чего, блядь? Какой-то баллон с чем-то. Так, ой, блядь, еще пропустил, серьезно. Почему по два раза берется? Что-то ничего не пойму. Так. Спокуха, братуха. Тебя не обшмонал. Теперь все. Надеюсь. Надеюсь на все. Нет, не все. Эта херня не берется. Я не знаю, что это такое. Что это такое, я не знаю. Так, ладно, а где ты? Ну чё? Как поехали? Полегчало на душе. Ну как, легче стало? Ну, немного. Поехали отсюда. Так погоди. Серьезно, тут больше ничего не обшмонать. Бестия, конечно, жжет напалмом. Расчетливая, циничная сука. А раньше она была ласковая и понимающая? Да хер с два. Просто она забыла, как сама была на нашем месте. Надо бы ей про это напомнить. Угу, все понял. Так, ты погоди, давай-ка я еще здесь пройдусь. Или здесь тоже нихера нет? Бля, почему такое большое пространство и тут нихера нет? Вот серьезно. Вот чуешь жопой, что здесь какой-то подвох. Чует моя жопа. Ну тут типа бесполезно бежать, да? Туда, потом обратно. Это красный кабель, ты смотри сколько. Так, все, там выход, теперь еще обратно бежать. Тут какие-то зоны заперты. Ну типа ты что, не могла ехать за мной-то? Алло. Мусорщица или кто вы там? Все, я вышел, подъезжай. Музяк сразу играл какой-то. Ой, иди ж пассатижа. Почему ты не можешь без меня-то, да? Слышь? Слышишь? Так, ладно, все, тогда пока добегу, пока не добегу. Да что это такое? Что-то хер памяти, что-то глюки. То ли чип у нее глючит, то ли эта игра реально так глючит. Хоп, хоп. Это у меня... Чего у меня столько выносливости много? Можно без конца бежать. Там, кстати, что-то прокачалось, судя по всему. Бля, такое здоровое помещение, только вот здесь, блядь. Чука-чука. Так, как войти-то? Все, ладно. Точно все. Опа. Чан. А ты как поедешь-то? Ну, там, по идее, не было выхода, выезда. Привет, босс. Товар у меня. Где наш-то был из них? Эй, обижаешь. Давай встретимся. У мотеля Sunset. Я знаю, что ты не шутишь. Конечно, я приеду. Все, встречу я назначила. Угу. Добьем сделку и займемся Хельманом. Идет? Окей. Звучит неплохо.
Так, давайте пропустим, короче. 2 часа сейчас будет ехать у нас. Смотреть. Все равно, если не болтают, то смысла нет. Ну, она обычно загорается, когда... То есть все, уже диалога нет. Ты просто сидишь красотами и там любуешься. Босс. Где босс? Босс-молокосос. Они здесь. Говорить так. Буду я. Что-то знакомое. Что-то не так? Нет. В смысле, надеюсь, что нет. Что-то тачка вот эта опять знакомая. Так, а я еще не могу выйти. Я еще увеличить не могу. Опять эти. Ух ты. Привет, босс. Панам! Как там Нэш? Не могу до него дозвониться. На твоем месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. Ха. А ты, девочка, не промах. Уважаю. А это кто с тобой? Конь в пальто. Бонус? Мы работаем вместе. Ха. Да ты меняешь напарников, как перчатки. Держите. Товар первоклассный. Ага. Ну, порядок? Проверь счет по нам. Через пару минут он тебя приятно удивит. Спасибо, конечно. Но разве не бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Поехали. Все нормально. Ну что, пойдем выпьем? Чего всех бухать-то тянет? Покидос, амигос. Погоди, что горит на карте? Типа ГД... А, погоди, вот здесь. Это где? Ай, блядь, это этот же. Херов. Так, ну типа давай, все, пошли. Стилетов выкосили, 6-й улице угодили. Хороший день для Панам, Палмер. День еще не кончился. Может, ты меня сейчас доведешь? Да вряд ли, ты и так психованная. Опа. Все, пиздец. Я не могу. Привет, Ноа. Привет. Что, новые дела или новые знакомые? А ты попробуй угадай. У тебя все в порядке? Эти суки больше не приходили? Стилеты? Нет, пока все тихо. Они вернутся, конечно, но мы тут и не такое видали. Что принести? 2 Брозофа. Пока все. А что ты привезла для 6-х? Что за груз-то? А ты не видела? Баллоперидол. Лекарство для киберпсихов. Они их продают? Ну да. По своим каналам. Подпольным клиникам и риперам. Ну, значит, за твоего тортика? Спасибо за все, напарница. Присосалась-то. Еще одно можно? Че ты пьешь? Спасибо. На здоровье. Дай знать, если что будет нужно. Слушай, а ты хотела бы вернуться к Альдекальде? Может, не сейчас, но когда-нибудь. Даже не знаю. С одной стороны, вне клана у меня никого нет. Я даже не знаю, как без него жить. А с другой? Кто я без своего клана? Кем бы я стала, если бы жила в Найт-Сити? Так, в Найт-Сити тяжело завести друзей. Ты можешь просто начать сначала, как я. Угу. Пока у меня получается только сжигать мосты. Ты про бестию? Нет, но спасибо, что напомнила. Вот это опять пауза неловкая. Для чего? Ви, как думаешь, смогу я начать с ней с чистого листа? Похоже, она ставит на надежных людей. С бестией? Вы договоритесь. Ладно. Переключаемся на мои проблемы. Что насчет Хельмана?
Я придумала план, но он пока черновой. Мне надо еще подумать и кое-что подкорректировать. Потом обсудим подробности. Угу, тебе понятно. Проще всего было бы снять номера тут. Недалеко и удобно. Возьмемся за работу около полуночи, чтобы поменьше светиться. Как тебе? Угу, хорошая идея. Так и сделаем. Правильный выбор. Ну, а мы снимем две комнаты. Только на эту ночь. Пойду посплю немного. Спокойной ночи. Давай. Найти свою комнату. Ладно, все, давайте заканчиваем. Прикольно. Заканчиваем на этом, уже времечко много. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.